Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем волшебные каникулы Дисней. Итак, акция. Пора получить злодея месяца. Забудь о страхе и встречай Шань Ю. Ух ты. Опять сезон очередной. Я как раз в сезон захожу, как раз, чтобы только увидеть, да? Бонус за ежедневный заход. Хорошо, спасибо. Все равно я ими не пользуюсь. Даже через несколько заходов молоточек получу. Не пропусти, мы сообщим, когда у тебя будут все сердечки. Нет, не хочу. Итак, а копилки? За каждую заработанную на уровне золотую монету ты получишь в 7 раз больше. Только покупай, спасибо, откажусь. Да сколько ж можно? А волшебные деньги Мерлина. Мерлин придумал особое испытание для всех отдыхающих. Проходи уровень, не теряя сердец, и он тебя вознаградит. Супер. Акция еще одна. Получи сокровище и создай ракеты, чтобы все жадины держались подальше. Больше ракет, выше счет. Пока 0 ракет, я на первом месте. Круто. Так, ну что ж, наши задания. Пещера за водопадом я выполнил. Смотровая площадка. Нам нужно убрать мусор в смотровой площадке Дональда. Так, ну и ежедневное задание. Точнее, текущие вот эти вот. Дональд помог мне пройти уровень, используя навыки героя Дональда. В общем, героя много, и заданий тоже много. Давайте начнем. Убери мусор у смотровой площадки, только для этого нужно пройти уровень. Что ж, начнем. Пока совсем разберешься. Счет x2, если с первого раза, да? Хорошо. Итак. Создай усиление типа ракета. Создай усиление типа ракета. Ладно, как же до них добраться, до этих усилений? Так вот. Вот, пропуская фишки наконец-то вверх. Пускай они там вот перемещаются. И вот так. И наконец-то ракета, да? Отлично. Пока вот так она. И еще ракета. Хорошо. Так, по заданиям пока гуляю. Но мне нужно эти кораблики вверх пропускать. И вот так, и вот так. 17 ходов. Ну, всплывай. Бу-бух. Нет, не хочет. О, да, ладно, Микки готов нам помочь. И вот он прям целый ряд освободил этих льдинок. А им все мало, что ж такое? Все, есть корабль, льдин всплыл. Так, вот еще льдинки. Ракета, пускай будет. Снова ракета. И еще ракета. И еще одна ракета. Ох, пошло дело, да? А как бы их все теперь запустить? 8 ходов. Нужно не заигрываться, как я люблю. Да, надо не заигрывать, сказал я. И все равно сделал кучу ракет. Так, вот еще. Осталось 3 хода. Но я сейчас вот так вот сделаю. Кораблик всплывет, да? А Микки своим навыком 2 хода. Вот. А зачем он сверху, подождите, потанцевал? Мне ж нужна вот льдинку. Блин, серьезно, вы видели? А она ж двойная, да? Вот, нет, одинарная. Я думал, он на цель бежит, как бы. Видели, он же на цель должен был побежать. Как так? Микки, ты чего? Забыл, как это делается. Так, мы же открываем карточки Джина. Осталось немного, у нас будет Джин. Фух. Распереживался я в первом уровне, но ничего. Так, вот уже этап пройден, да? Можно забрать жизнь на час, но мне ж они не нужны. Так, отсюда выйти, вот. Давайте лучше убирать. Другое дело. Чистота и порядок. Ах, мы убрали весь мусор, и теперь можем присесть и насладиться тишиной и покоем. А что значит здесь негде присесть? Ох, наверное, надо поставить пару скамеек. Изготовь удобные скамейки. С удовольствием. Переходим к следующему уровню. У нас уже один стартовый бустер будет. Так, нужно фотографии, да, и
Яички эти. Так, ладно. Кажись, я помню, как это делается. И вот так вот. И еще ракета, да? Снова ракета, опять я за свое. И вот так, отлично, отлично. Так, тут ключик. А, неправильно. Вот так я хотел сделать. Открыть замочек. О, вот и коробочки. Ай, неправильно. Так, там Микки готов. Ну, значит, нужно с ним дружить. Пока целей много, пока он не промахнется. Вот ключик. Хотя, в принципе, там особо-то он не нужен мне уже. Но ничего, пригодится в хозяйстве. О, вот, видели? А, класс. Можно их объединить. Не знаю, засчитывается это или нет, я уже не помню. Но вот то, что мы все, что нужно, сделали. Так, фотки, яички. Вот так вот. И вот так. А, нужно что, их ракетой бить? Ладно. Навык опять готов. Давай, жги. Так, еще одна фотка. И давай яйца убирай. Все, яйца все. Осталось теперь только фотки сделать. Опа. Опа. И еще одна. Все. По-моему, тут ракет было много, поэтому должен выполнить задание для Микки. А, ну и... Какая? Восьмая, да? Восьмой брелок для Джина. А, ну и второй этап... Подождите, а что, я не могу забрать? Сначала предыдущий нужно брать. Ладно, значит, забираю. Час жизни бесконечных, значит, час. Плохо. В других играх можно, с которых сезонные пропуски, брать их как хочешь и когда хочешь, но... Я захожу сюда раз. Пятилетку, поэтому ничего страшного. А, так, а что здесь вот? 68, пока на первом месте, ладно. Просто... Единичка, это мое место показывается, я думал, там приз какой-то. А, давайте скамейки поставим, изготовим. Изготовим, потом поставим. Порядок. Ого-го, здесь даже цветочки зацвели. Я бы сказал, что это просто шикарно. А теперь я, наконец, смогу отдохнуть, вдохнуть соленый морской воздух. Ах, нет, постойте, а чего-то все-таки не хватает. Ну конечно, это же смотровая площадка, то есть отсюда нужно смотреть, и я знаю, что для этого нужно. Установить телескоп, а как скажете. А какие у нас цели сейчас будут? О, мини, да? А что ты прикажешь нам делать? Должны анонсировать. Мини поможет пройти тебе уровень 5 раз, 3 уже пройдено, то есть мне нужно просто ее навык 2 раза использовать. Как скажете. Так вот. Нужно его для начала зарядить, этот навык. О, вот ракетка. И еще одна. Постепенно он заряжается. Вот эта ракета. Стрельнет вот так вот сразу по нескольким направлениям. Угу. Вот еще. По-моему, это уровень будет такой непростой, как по мне. Мини, ты думаешь там вообще заряжаться? Оп. Там вот замочек не могу открыть никак. О, может сейчас? О, нет, я думал, бомба сделается. Может, все-таки попробовать ее сделать? Да, нет. Да что ж такое, бомба. Давайте бомбу. И навык ее готов. Ну, конечно, когда я уже сам почти все сделал, вот, и навык готов. Ну, ладно. Лучше поздно, лучше позже, чем никогда. Вот так, хорошо. Но там нужно вот красный ключик открыть. А как это сделать? Ракета вот такая мне должна помочь, да? Опа, есть ключик. Все, супер. Остался корабль и немного досок. 10 ходов.
будет навык мини? Еще немного. А вот здесь, наверное, бомбу я сделаю, или не получится. Смотрите-ка, не получается. Вот засада, 5 ходов. Я так могу и доиграться. Сейчас доски уберутся, да. И навык как раз готов, отлично. Я его использую и выполню задание. Молодчинка, вместе мы это сделали. И третий стартовый бустер добавился, да, отлично. И 9-я карточка Джина. Ну не карточка, а брелочек. Ух. Так, ну что же, давайте сделаем это. Ага, заберем сначала награду. Третий этап пройден. Хорошо. Так. Последнее задание от Дональда. Установи телескоп. Ого, прям как корабль, да? Класс. Ура, теперь можно смотреть на что угодно, кроме солнца. Не смотри на солнце, я это на горьком опыте знаю. А, спасибо тебе за помощь, приятель. А теперь давай расслабимся и насладимся видом. Ах. Так, вот и фоточка наша. Наверное, вот как-то хотелось бы телескоп бы. Но... А, вот можно ж так сделать, да? Только тогда... А, ну их там двое, да, так что не страшно. Оп, отличная фотка. Все. Выполнено. А второе задание из 5 на тихом пляже. Так, что у нас дальше? А, роща с попугаем. Познакомься с пляжным попугаем. А задание вот с Микки мы выполнили. А с Мини... А, Мини должна была пройти именно уровень, сыграть с ней, а не ее навыки. Все, понял. И Микки тоже может пройти 5. Так, активируй навык героя Анна один раз на одном уровне. То есть нам Анна нужна. Или Люмьер тоже нужно. Хорошо. Если будет сейчас доступно. А, ох, Дональд, мне так нравится этот остров, а тебе? А, да, здесь здорово, и я хочу рассказать о нем Дейзи. Но прежде чем сфотографируюсь с одним из попугаев, о которых я так много слышал. Думаю, тебе повезло, Дональд. Смотри, на дереве как раз один из них. А, познакомься с пляжным попугаем. Сделаем. А, кого мы берем? Так. Да, вот мне нужно было с Люмьером один уровень пройти. Я это и сделаю. Ого, сколько здесь этапов. Ничего себе. Так. Но у меня же бустеры стартовые есть, так что это не проблема. А, петардочки. Ой, блин. Мультицветок этот запорол. Ну ничего, бывает. Что ж поделать. Только где синие фишки? Эй, йоу. Дайте мне синих фишек. Вот так вот. А, там же бомба снизу была. Тю, я ее не видел даже. Так, ладно, теперь красная. Начнем, пожалуй. А, вот еще красные, вот синих бомбочка целая. И вот так, вот отлично. 8 и еще 3 нужно, да? Ого. Как же их 3? Хочу бомбу. И пускай это все вниз поедет. Отлично. Так, 20 красных. Ай, бомбочка с... Каких красных? Желтых. Вот уже 11. Бэмс. Еще ж там потом снизу нужно будет... этот... успеть опустить. 5 ходов. А, навык готов, блин! Слушайте, а я... про навык-то забыл совсем. Вот 2 желтых фишки и все. А теперь нужно еще успеть же опустить вниз. А, все уже, тю. Я думал, еще вниз нужно будет. Фух, вот как-то так чуть не проиграл. Ну ничего, все хорошо, хорошо, что хорошо заканчивается. И у нас есть... И у нас есть... Ха, Джинник! Здорово! Джин призывает на доску 3 усиления. Круто, со старта, да?
А, нет, не со старта, когда навык его заполняется. Все нравится, не нравится, когда об этом постоянно спрашивают. Так, Джина мы открыли. А дальше Аладдин. 15 уровней, ничего себе. А, мост над водопадом. Но мы уже начали рощу с попугаями, поэтому с Джином будем в следующий раз знакомиться. А, и все для чиллаута. Скрытый алмаз. Это вот Джин с Аладдином уже, когда я Аладдин открою. Пока все-таки с попугаем разбираемся. Их там двое. Выбирай любого. А, ой, сейчас же заберусь туда и поздороваюсь. Не знаю, Дональд, им может не понравиться, что ты так близко. Ох, слишком высоко, я не могу туда забраться. Хм, может потрясти пальму, пока попугай сам не спустился. Не спустится. Потрясти пальму. Серьезно? Зачем? Кокос на голову упадет, мне кажется, и все. Если потрясти. Так, а вот, кстати, Джином, да, мы будем сейчас первый раз тренироваться. Класс. Раз бомба. Два бомба. Так, сначала попробую так взорвать вот. Еще бомба. И еще. Не, потом. Сначала нужно вот так заместиться. Ага, ага. А потом уже навык Джина использовать. Оп. Какие он бустер кидает. Бомба, петарда. Чем бомба, ракета, еще одна ракета. Ну ладно. Не скажу, что прям сильно круто. Но как есть. И вот так вот. И еще бомбочка. А, ведь если наводить, навести, то радиус действия показывает. Хорошо. Вот и опять навык. Нужен ли он мне? Вопрос интересный. Сначала взорву то, что есть. А, нет, ладно, давайте все-таки возьму. Вот так вот. Но мне ж нужно как-то вот здесь зацепить это яйцо. Нужно пониже опустить бомбочку. И вот так теперь последнее яйцо взорвать. Ну вот как-то так получилось. А, Джин помог пройти уровень, и как раз вот я выполнил задание. Отлично. А, так, там, наверное, этап следующий открыт. Вот он. Петарда. А что там вообще, как бы, по призам? Монетки в основном, да? А вот этот злодей, на каком уровне у нас попадается вообще? На пятом, видите, то есть если... А сколько вообще стоит? Ага, грубо говоря, как в дворецком, там и садовнике пропуски. То есть 5 долларов это все дело стоит. Ну, в принципе, так, нормально. Не сказать, что слишком прям дорого. По-божески. А, ладно, не будем пока об этом. А давайте потрясем пальму. Он по земле стучит, а не по пальме. Он вообще улетел. Эй, в чем дело? Попугай улетел. Он что, не понял, что я просто хочу познакомиться? Ах, далеки еще один. Может, этот захочет подружиться? Приветствуй второго... другого пляжного попугая. Хорошо. Я гляну задания свои. Так, задание. Вот эти Люмьера и Джина забираю. Используй навык героя или, ну, этого Джина или Люмьера, или Анны, или Дональда, короче, видите, или Плута. Фактически мне любым можно играть, да? Так что давайте начнем. Так, а, у нас Джин, то есть без вариантов, пока только Джин, но тоже неплохо. На него же тоже задание есть. Вот, сразу бустеры. Так, ракета, бомба. Ракета, бомба. Вот так. О, отлично. Правда, сейчас, наверное, испорчу мультицветок. Но это такое. И вот сейчас.
Ничего себе. Навык Джина заполнится скоро. Да, вот он. Использовал. И задание выполнил. Так, а там, кстати, еще вниз можно ехать, да? Давайте сначала яйца там подобьем. Вот. И бомбу здесь. Вот мяч наш не хочет вниз ехать. А что, если ракета ему помочь? Оп. Вот. Остались только яйца. А, до них же добраться нужно. Чё, блин? Бу, а что если... Ай, не получится. Сделать ракету. Там бомба вот еще. Ай, навык есть. Не, подожди, Джин. Мне вот так лучше было, да? Оп. Отлично. И опять ракета. Смотрите, как шикарно, да? Бэмс. Вот и яйца. Теперь можно и навык применить. Хотя без навыков тоже все хорошо. Так, вот ракетка. Вот маленькие яички. Сразу можно использовать ракету. Вот. Как здорово все. И вот так даже бомба взрывается. 11 ходов, кстати. Не сказать, что прям супер-пупер много. Но дело в том, что цели уже... О, а где еще одно яйцо? Смотрите, сверху. А я-то его не видел. Видели сверху вот? Видели? Вон, она сверху застряла. Обалдеть. Хорошо, хоть я его увидел. А если бы там краешек не было видно, я бы не понял сразу. Вот такие пироги. Так, ну что ж, попробуем еще раз с попугаем. Приветствуем другого пляжного попугая. Привет, тоже помахал, но он уже не стучал ничего, просто помахал. Ой, и этот тоже улетел. Я что, должен бегать по всему острову, чтобы сфотографироваться с попугаем? Стой, вижу еще одного. Сделать последнюю попытку познакомиться. Хорошо. Так, подождите, мне нужно забрать сначала награду. А именно вот за Джина. Оп. А создай 5 слинь типа петарда с Джином. Вообще шикарно. Так, уровень, уровень. И А, это наш Дональд, блин. Дональд. Так. Зеленые фишки, замочки. Так, а кстати, где замочки? А, они во льду. Ой, их испортили мне мультицветок. Ладно, я сделаю бомбочку. И еще разок совмещу. Ну, не хочет. Не хотят эти замочки, вот видите, открываться. Нужно их так вот. О, вот. И вот так. Вот они. А теперь можно и навык использовать. Хорошо. Так, синий. Да еще 2 замочка нужно. Да, вот бомба. Да открывайся, что уже. А еще где один ключик? А, все, уже нет. Вот и все. Навык уже даже не нужен. Так, задание Дональда... О, да, еще один брелочек. Задание Дональда я выполнил. Так как нам нужно было сделать 5 петард. А можно смело забирать награду. Причем не только там, но и по сезону. Если бы вот я чаще эту игру записывал, я покупал бы пропуск этот сезон без проблем. Но вот записываю не часто, в принципе. Так, так себе игра средней популярности. А поэтому вот не беру. Пропуск. Используй навык Дональда. Использовал. Вот сколько заданий новых. Чем больше героев будет, тем больше заданий от них. А давайте все-таки последнюю попытку познакомиться. К
кря-кря там что-то, да? Ой-ой-ой, теперь они все на одном дереве, и я могу туда взобраться. Эй, Дональд, может лучше стоять спокойно и улыбаться, а не бегать за ними? Улыбка – отличный способ познакомиться. Попробую. Ух ты, сработало. Наконец-то они не улетают. Давай сатрофируемся своими новыми друзьями. Вот так, да? По-моему, все влазят. Правда, Микки там не очень хорошо влазит. Но у нас не Микки, а Дональд по плану. Вот и все. Так, выполнено следующее задание. Так, подождите, а мы еще предыдущие ж не выполнили. Как так? Непонятно, если честно. Не по порядку, что ли, пошел. Я уже на втором месте съехал в этих деланий петард. Но неважно. Так, роща с фугами пройдена. Встречайте Джина. Ну давайте один уровень Джина встретим. Быстренько, да? Познакомимся с ним. Ведь он сегодня у нас гость программы. Нужно кораблики. Один кораблик всего. И мне за него, по-моему, нужно было 5 петард сделать, да? Так. А если вот как-то так? Нет? Что-то никак. И вот так. Ну, ходов много, конечно. Ну вот только... Пока что-то не совсем клеится. А если использовать вот цветок этот? Ладно. Чуть-чуть, конечно. А, там бомбы. Блин, а я вообще не смотрел в льдинке. Там же бомбы должны были помогать. Вот, другое дело. Теперь смотрите. Могу вот так вот сделать. Видите, открыть замочки. А теперь замочков здесь целая куча. Давайте используем бонус от Джина. Вот и хорошо. Ракетка там. Ой, нужно же до замочка добраться. Петарда. Отлично, вот так. И опять петарда. Вот. И вот там снизу сейчас взорву петарды и бомбы. Только они там толку никакого не дадут мне. И вот так. Все, супер. Поплыли вверх. А, это что, все, уже совсем вверх? Давайте навык, что ли, используем. Бомбочка как раз хорошо по центру. Вот так вот. А я же говорил, что это еще не последний этап. Ой, класс, видели? Ха-ха. Супер. О, нет, и это тоже не последний. А это тоже, по идее, последний. Но 11 ходов осталось. Куда же тянуть? Так. О, отлично. И еще слой. Так, навык готов. Чего я жду? Забываю про них. Редко играю, поэтому не все помню. Создаю селение типа петарда. А, бомбочки нужно сделать, а не ракеты, да? Это ж... Тут все по-другому. Записано. Блин. Вот петарда еще. Оп. Так, я так проиграю сейчас. 3 хода. Ну, всплывай. О, всплыл. Фух. Нормально, хоть прошел. Так, в следующий раз добью Аладдина 11 уровня, постараюсь пройти. Как же Джин без Аладдина и Аладдин без Джина, да? А, ну что ж, встречаем его. Ах, чудесный вид, я почти вижу свою лампу, а она сейчас в Аграбе, а так что это о чем-то говорит. А как жаль, что это место предназначено только для волшебных существ. А если я не найду волшебный транспорт, ребята на пляже не смогут пересечь реку. Если бы был настоящий мост, а не несколько потрёпанных веревок, а только и всего. А прежде чем ты удивишься, я могу наколдовать мост из ниоткуда, но разве это весело? И вообще, у меня отпуск. Хочу построить что-нибудь своими руками. Но где взять материалы? Я никогда не искал стройматериалы раньше. Ищи в пещере у реки. Ага, вот здесь, понятно.
Так, ну, найдем это все мы в нашем следующем выпуске. А на сегодня с вами прощаюсь. Если вам нравится эта игрушка, скачивайте ее себе, смотрите у нас на канале. Но не забывайте поддерживать это видео своим лайком. Пока-пока.